Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Сегодня я хотел бы снять это видео и поделиться с вами своим новым приобретением для охоты. Охоты осенней для тетерева. В принципе, эти чучела можно будет использовать и весенней охоты, но сейчас у нас открылась осенняя охота на тетерева. Я путевочку тоже взял. И вот я думаю, что буквально недельки через 2, через 3 я буду эти чучела тестировать. Есть у меня одно местечко, где я постоянно весной охочусь на тетерева. Тетерева в этом... Вообще, как в этой округе очень много и птица, и если вот кто охотится на нее, он знает, что птица эта оседлая, и она практически всегда находится в одном и том же месте. Искал в интернете, очень много сайтов просмотрел, информации про них прочитал, и определился именно для себя, что я возьму чучела набивные, потому что они, во-первых, занимают всего вот столько вот места, ссылочка мне пришла, здесь должно быть 3 чучела, я ее еще не скрывал. И очень много продает интернет-магазинов эти чучела, набор из 3 штук, и цена, она колеблется где-то 1800 рублей до чуть ли не до 3000, а производитель я посмотрел один и тот же. В Перми здесь у нас по городу поездил, посмотрел чучела, ну вот такого качества, как уверяет меня этот производитель, который мне их отправил, я в городе не нашел. Ну и товарищ у меня тоже мне посоветовал, говорит, найди этого Терентия, чучела Терентия, говорит, ВКонтакте. Эта группа есть, говорит, туда зарегистрируйся, отпишись человеку, он тебе отправит. Обошлась она мне, комплект из 3 штук, 1500 рублей, и плюс доставка, по-моему, 250 рублей, если не ошибаюсь. Вот, давайте попробуем эту посылочку открыть, посмотреть, что у нас там пришло. Так, комплект у нас состоит из 3 тетеревов, ткань мягкая. У нас свету не бликует, это, я думаю, самое главное, потому что вообще птица тетерев, она очень осторожна. И фишечка в том, что эти чучела можно использовать как весной, так и осенью. То есть, если, допустим, вы его набили, хвостик немножко приподняли, у вас тетерев будет такующий. Также этот тетерев можно подвесить просто где-то на березку, и он будет висеть. Но я буду не подвешивать. У меня друг один, он уехал, короче, из России жить в другую страну. И все свое там добро, которое он здесь наживал, все, что касается охоты, рыбалки, он отдал мне. И вот есть такая удочка у меня, карбоновая удочка. Легкая вообще, вот она. Ну, я не знаю, сколько может быть там, сантиметров 40 она в длину. Раздвигается она на 4,5 метра, на маленький крючочек вот здесь вот. Я не знаю, почему тут этот производитель у нас петельки не сделал. Вот здесь сверху обычно петельки подшивают, чтобы можно было взять, допустим, на эту удочку, на кончик, на петельку эту подсадить, и этого тетерева аккуратненько на березку приподнять. На 4,5 метра я могу с помощью вот такой вот удочки этого тетерева закинуть. Ну и также я эту удочку использую, ребята, при охоте на утку. Если, допустим, где-то эту уточку подбил на болоте, пока у меня собаки нету, я буду пользоваться и пользуюсь вот такой вот удочкой. Спасибо большое, Ванька, тебе за такие подарки. Я каждый раз тебе обещал, что те вещи, которые я буду использовать на охоте, на рыбалке, я специально буду для тебя эти видео тоже снимать, чтобы ты видел, что ты эти вещи отдал человеку, который реально ими пользуется. Еще раз тебе спасибо. Так, давайте вернемся к чучелам. Окрас чучела тетерева. Можете посмотреть, какой. Белые хвостики. С боков вот здесь вот. Ткань какая-то подклеена, она не пришита, а подклеена. Здесь тоже вот подклеена белая ткань. Ну и бровки у тетерева. Весной они вот такие вот красные, по осени их уже нет. Замочек вшит, замок сделан. Ну тоже, ребята, великолепно, нигде никаких ниток, ничего не торчит. Ребята серьезно относятся к своему делу. Тетерева эти спокойно набиваются и высаживаются на поле. Сейчас вот я еще деньги подкапливаю на электронный манок. С электронным манком охотиться на такие чучела будет вообще одно только удовольствие. Так что, ребята, если вам будет интересно в приобретении таких чучел, я ссылочку оставлю в описании на этого человека. Человек, вот я ему отправил деньги на карту, и в этот же день он отправил мне эту посылку. То есть человек относится серьезно к своему делу. И еще раз подтверждаю, что это не мошенник. Так что, друзья, заказывайте и охотьтесь. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео мое понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачной охоты!